легетон. О, я, Иисус, Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возведи их на гору высокую единый, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его быша белый, яко свет, и се явистася им Моисей и Илия с ним глаголюща. Отвечав же Петр рече Иисусови: Господи, добро есть нам здебы, аще хочеши, сотворим зде три сени тебе едину, и Моисеови едину, и едину Илии. Еще ему глаголющу, се облак светело синих, и се глас из облака глагол. Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы подошаницы, и убоявшися дело, и приступили Иисус, прикоснуся их и рече: восстанете и не бойтеся. Возведши же очи свои, никого же видишь, а токмо Иисуса единого, исходящим им с горы, заповедаем Иисус глаголя: никому же поведите видения, донде же Сын человек.